И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Eternal, все так же на сервере Eternal 15 XPVE плюс мод. В общем, продолжаем. Это мое первое видео на новом обновлении, не считая спин-оффа, который я вам советую посмотреть, если хотите узнать мое первое мнение об этом моде. Да, что-то я там не сказал, что-то я добавил, о чем я не буду говорить, возможно, в дальнейшем, а может, когда-нибудь скажу, но суть в том, что если хотите узнать, посмотрите спин-офф, там нередко бывает что-то интересное. Во всех моих видео всегда есть что-то интересное. В общем, что же изменилось? Во-первых, да, в группе ВКонтакте я выкладывал скрины. Мне, получается, дали вот этот вот обелиск. Юзать я его не буду, пока сам до него не доберусь. Просто заюзал. Кстати, вот этот обелиск работает на топливе. Все просто пучком, без лишних заморочек. Работает на топливе. И все просто замечательно. Здесь где-то получилось 2-3 клика, может даже 4 клика, да, по ходу дела все-таки 4 клика, просто он еще добавляет топливо, ладно, включать его не буду, он еще добавляет топливо и работает, можно так сказать, бесконечно. Один клик — это 1 секунда. Кстати, сейчас музычку сейчас проверю, громко, не громко, не, громкость нормально, все идеально для меня. Получается, что каждый клик, да, 4 клика, по 12, наверное, и так далее. Каждый клик — это 1 секунда, то есть раз в минуту я буду получать 60 смертопасты. В целом, конечно, это немного, но когда ты, допустим, всю ночь отсутствуешь, это 60 минут, 360 смертопасты. Это когда, допустим, я работаю, то есть я отсутствую 11 часов минимум. Прикиньте, сколько цементопасты. Вот, поэтому, как бы, да, в этом плане обелиски — это просто кладезь, я бы так сказал, богатство. Кстати, овощей не вижу. Сдохли все овощи. Тут еще овощи были, немало. Овощи, ягоды. Пройдемте сюда. Стега. Я решил его оставить, он был 80-го левела, как бы я его принял как подарок вполне в легкую. Пущай будет, почему бы нет, он такой маленький, безобидненький левел, я, тем более у меня стега я никогда не буду томить, а у меня седло для стега было. Вот, поэтому как бы я его заюзал. Давайте я яркость включу, пока что я еще освещение себе не забабахал, так что включаю себе пока что гамму. Сделал вот такую вот коробочки для своих жучков, как видите, изменить имя, а все из-за того, что здесь глаз wall, глаз стенка, и, собственно, чтобы как-то работать с жуками, здесь у меня люки. Да, мне писали в комментариях, если не ошибаюсь, я боюсь ошибиться, и я сейчас лучше загружу комменты. Да уж, короче, и что-то в комментариях даже не нашел, кто написал. Ну да ладно, в общем, сначала написал один, да, я проверил, потом стали люди писать в комментариях, и как бы работать на Ethernet Keyboard. Да, спасибо всем огромное, кто писал. Так, берем 5. Кстати, да, что у меня крыса делает? Что они крыса делают-то? Уже забыл. Наверное, ломал что-то, а может, перетаскивал что-то, не помню. Пойдемте сначала с жуками разберемся. С жуками. Вкидывать я в них буду по одному киблу, этерн киблу. Жрут они этерн киблы очень много. Угу. Чё ты, короче, захавал, а толку от тебя ноль оказалось. Ну-ка, давай-ка в этого. Да, по ходу дела им надо блуждать, и они включены на блуждание, но им нужно ходить. В общем, жуков пофиксили по-жесткому. Дают они ресурсов так же, порой даже хуже. Нет, что-то, короче, надо им блуждание нормально давать. У них... О, паньки, ну-ка, я в тебя 2 закил. Нет, толку никакого, так что отдай обратно. Ну-ка, давай потестим в этом. Короче, нужно им нормальное блуждание, это факт. То есть нужно, то есть как раньше в клеточку их не запереть, и толку от них по-простому сейчас вообще нет. Этерн киблы добываются, сами видели как, дают, по-простому говоря, нежели тратить этерн киблы на жуков, легче просто пойти до самой эти все ресы добыть. Благо на рейдах это несложно.
А без рейтов и тернкибла добывается еще сложнее. Даже, то есть тут не касается вообще никак в это в рейты. Во-вторых, да, мне дали юнца Ancient Manticore, я решил оставить. И одно могу сказать, это полная жопа. Это полная жопа. А как видите, здесь двигается, то есть взросление идет очень медленно. Взросление идет. Так, сейчас браузер закрою. Взросление идет крайне просто, до жути, как очень долго. Оставил я чисто из-за того, что хотел посмотреть, как долго будет расти. Кошмар, как долго растет, если по-простому говоря. Вот, смотрите, сколько уже 0.1 тик идет, да, и я его практически с нуля. То есть он меня, ну как практически с нуля, что-то около 20% было, когда я его приручил. Да, это кошмар просто, просто какой-то кошмар. Да ты тикни хотя бы один разочек-то еще. Во, тикнул. Отлично, пишите в комментариях, сколько 0.1, за сколько 0.1 тика проходит. Так, дальше здесь стоял Power Wyvern. Power Wyvern, как видите, нету, кто-то уже спер, и хорошо. Почему хорошо? Потому что мне не нужны никакие питомцы. Ancient Manticore я оставил чисто из-за того, что я хотел ее попробовать вырастить. Господи, Стега я оставил чисто из-за того, что, ну, пускай будет. Маленький левел, нагрузки нету, и пускай. Вот, такие вот дела. Доминус Мультикор, кстати, также у меня остается. Я уже рассказывал, из-за чего. Все остальные Индоминус также у меня остается, так как Зевсу, понятное дело, не нужен. Вот, все легко, как говорится, и просто. Как видите, потихонечку заменяю фундаменты, скоро уже полностью все заменю. Это будет огромная площадка, кстати. Давайте я взлечу немного. Опаньки. Вот такая вот у меня в данном случае постройка идет. Я еще туда немножечко закруглю ее, и вот такая вот будет постройка. То есть всю зелень я закрываю. Возможно, еще там немножечко закрою, но да ладно. Там будет видно. Возможно, вот так вот полностью закруглю. Дальше будет видно. Пока что я еще ничего по этому поводу сказать не могу. Что будет потом, будет уже потом. Человек после спин-оффа... секунду. Так, продолжаем. В общем, посмотрел. Нет, я об этом не говорил. В общем, был у меня... Я пока тут буду немножко подготавливаться. Точно, динозавров легче перенести сначала. У меня в комментариях был... По спин-оффу был один гений. Он сказал... Я, так сказать, вкратце объясню, в чем дело. Я сказал то, что, типа, вот, все здорово, разработчики добавляют все больше и больше всяких плюх, и скоро модовые сервера будут нафиг не нужны, потому что разработчики делают все для того, чтобы не было дополнительных модов, а это означает дополнительные нагрузки. На что он сказал, нет, даже через 5 лет будут модовые сервера нужны, потому что не у всех же людей есть время играть, и... Типа, на один X-рейтах играть и все в таком духе. На что я ему сказал, чувак, не путай, понимать, моды и рейты. Меня раздражают такие люди глупые. И не в том плане, что он глупость написал, в том плане, что он глупость сморозил. Данная его глупость была. Путать моды и рейты. Мод, вот он мод. Вот он мод, видите, вот это мод. Рейты, вот это рейты, видите, 10 камня. А не один камень. Вот в чем разница. На что он написал, типа, ну, есть же, типа, моды на стаки и все в таком духе. Я всегда говорю, все моды одинаковые. Моды, они добавляют, то есть, мододелы, они не могут ничего лучшего придумать, кроме как добавить улучшенных динозавров. Все. Разработчики же, то есть все моды, вот они добавляют, да, они добавляют улучшенных динозавров, динозавры Басяви и все в таком духе. Нету таких модов, которые добавляют что-то новое. Вот, и я говорю и буду говорить, что все эти моды это гадость полная. Есть
какие-то задатки того, что, как мне реально понравился китайский мод, была задатка в том, что эволюция. Там полностью все основано на эволюции. Вот. И про стаки, про моды на стаки, про моды на транквил пушку, на улучшенную, допустим, этот улучшенные печки и так далее, которые, вот, допустим, балк мод, он дает возможность по 5x делать, добывать ресурсы, то есть наркотик, цементная паста, он дает возможность добывать ее по 5x, и я только за такие моды. Но моды на новых динозавров порой высеры. По-другому их не назвать. Это просто-напросто высеры. Так вот, про что я имел в виду? Я не говорил про стаки. Ты где-нибудь слышал, чтоб я сказал про моды на стаки и так далее? Моды на стаки — это что-то нечто обычное и так далее. И такие сервера всегда будут. Будут сервера, то есть, года, про что я имел в виду? Года через 4 будет как? Стандартный арк. И просто есть модовые сервера, на которых 5x, 10x, 15x, PvE, PvP и так далее. Но будет стандартный арк. Да, будут моды вот такие, которые будут добавлять Индоминус, Рекса там и все в таком духе. То есть боссов будут новых добавлять и так далее. Это все будет. Но в них смысла не будет. Сейчас разработчики добавили новую, то есть клонинг машин они добавили, вообще респект, вот реально респект за такую штуку, я бы так сказал. Вот, что они еще сделали, новую тег-броню и так далее, то есть новые тег-здания и все в таком духе, то есть они все больше и больше вводят нового. Что означает, все больше и больше пропадает нужда в модах, а именно в вспомогательных модах. Рейты, стаки и так далее, это совершенно из другого разряда. Это что-то нечто стандартное. Для меня моды, да и для всех моды, модовый сервер — это там, где вот эти вот и есть чуваки. Улучшенные динозавры. Попытаешься оспорить — вообще бесполезняк. У тебя никаких аргументов не хватит пытаться оспорить тот факт, что я прав. Да, S+, это тоже для меня такой же мод, как и мод на стаке. Это что-то нечто такое, без чего уже играть сложно. Потому что, вот, пожалуйста, стенки стоят. Я бы эти сраные стенки возводил бы тут, не знаю, месяц вот это все возводил. А так просто берешь, мало того, что берешь этот пистолет, ремув, чпуньк, и все, у тебя вся, все в руке, так сказать, а то есть ты уже сразу же подобрал. Так ты еще можешь эту стенку обратно установить, да, оп, и она в 12 в высоту, это просто ж кайф какой-то. Ладно, не будем о грустном, продолжим на том, на чем остановились. Да, конечно, я мог выпустить спин-офф, но сейчас не очень, я бы так сказал, все делается. Не очень контент пошел, я бы так сказал. Так, что у нас... Так, Evolution Compa, Bionic Giga. Можно будет Bionic Giga вызвать. Так, что у нас еще? Это не то. Имморталы. Универсальный артефакт требуется. Иммортал, Бигфут, имморталы. Не, пока что имморталов я не хочу. Давайте ансиентов. Вызываем ансиентов. Возможно, их даже притомим. Матрикс Кор. Ага, отлично. Ансиентов много-то не вызовем. Я ж как там 5 Матрикс Кор выбил, так и все. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть по ресам. Кстати, надо было, наверное, с собой... Ладно, сейчас сделаем по-другому. Сделаем ход конем. Создаем вторую эту хрень. И я уже по ней буду смотреть. Кстати, да, вот элемент мне там дали. В общем, да, это я в спин-оффе это не говорил. Вместе со стегой и свинцом мне вот этот элемент... Собственно, из-за этого стега там и стоял. Там 250 элементов было. Такс. Ставим вот эту вот хрень куда-нибудь.
сюда. И давай смотреть, что мне нужно. На Ancient. На Ancient. Ancient Manticore мы уже знаем. Собственно, Ancient Dodor Rex. Интересно. Не, давай кого-нибудь приземленного. Тайрбир. Ancient Тайрбир. Горилла. Кстати, я ж не сказал в этом... Да я в спин-оффе, да я и сам потом только заметил. У меня горилла сан убрали. А, по-простому говоря, по ходу дела... Этерналовскую гориллу убрали вообще. То есть он у меня просто исчез, его просто не было. Походу его убрали. Этерналовскую гориллу. Про остальных я пока что еще не знаю. Вообще Этерналы остались, нет. А, ну по сути, вот же Этернал тоже. Этернал Бронто, да. Просто убрали пока что гориллу фиолетовую. Напишите в комментариях, кого еще убрали из Этерналов. Ну, что касательно мода. Так, давайте смотреть, что у нас тут дальше. Так, Ancient Bigfoot, Dire Beer, Bigfoot и Горилла. О чем у них разница? Наверное, это просто будет поменьше размер. Мамонт, Райнхорн. Так, мне нужны, получается, сердца, да? Блин, вот косяк вот этот вот, она никак не работает на нем. Мне нужны Dino Heart. Dino Blood и Matrix Core. Благо Dino Heart'ов у меня полно, благодаря тому, что я могу разбирать седла в крашере. А седла, ну, альфа-седла, улучшенные альфа-седла, и они дают много сердец. Это вообще просто топово. Мне это очень сильно нравится. Так, 36 и Matrix Core. Давай сделаем вот так вот. Матрикс Кур. Давай, хапнем мы тебя. Так, погнали. Убивать я буду на Prime Rex. Он у меня самый усиленный в этом плане. Хилочки. Блин, надо было хилочек побольше взять. В всякий случай. Всех надо поставить на пассивочку. Сейчас просвистим всех на пассивку. Чтоб никто с места даже и не попытался сдвинуться. Так, давай глянем. Кстати, как говорится, играй не играй, но привязанность 100%. Я не спорю, у него привязанность даст дополнительные плюхи, но это просто кошмар. Я задолбался выращивать. Вот сколько я тут бегаю, 92,8%. То есть это вообще просто кобздюм. Если образом говоря, я уже 10 часов его выращиваю. Это очень много. Это очень много, я уже устал. Из этих 10 часов, как я уже говорил, это... Ну, там было что-то 20% уже. То есть мне получается... Кстати, у меня есть седло какое-нибудь получше. Ну ладно, нет, вроде бы. Из этих 10%... О, 10 часов я сделал... Точнее... Вкачал ему только процентов 70. То есть за 10 часов 70%. То есть, по-простому говоря, где-то часов 14 мне пришлось бы потратить на все это дело. Вот, это уже фигово. Так, вроде все стены стоят, все хорошо. Так, запрыгнуть через мордочку могу? Через мордочку не могу. Понятно, все нормально. Так. А вот это выкинем. Вызываем. Ancient Bigfoot, Тайрбир, Мамон, Горилла, Райнхорн, Кетцаль, Лорекс. Давай по очереди Бигфута вызовем. Все, забираем. Садимся. Вот, база, как видите, у меня с переходом таким вот, даже внутри базы. Я потом переход сделаю более плавный, поставлю два дополнительных фундамента, а может так и оставлю. Так, надо все это переместить. Переместить, о, отлично. Тихо, тихо, выходи из меню. О, пешки-матрешка. Так, погнали. Я надеюсь, у меня стены ломать, стены фундамента ломать не начнет, так что все будет здорово. А, вот Бигфут. Погоди-ка.
То есть, получается, я тебя, к тебе сейчас могу подойти, да? Угу, ну да, чтобы томить можно было и так далее. Все пучком. А, ну, давай погнали, посмотрим, какой с него будет дроп. Ой, фу ты, господи, там, ну, он убивается-то как легко и быстро. Да уж, я рассчитывал на более сильное сопротивление. Ну, обычный дроп, как с альфача, просто он древний. Древний. Давайте притомим древнего тогда уж, раз пошла такая пьянка. Сразу тогда притомим древнего Кицаля, не будем остальных смотреть. Кицаля, а зачем мне древний Кицаль? И зачем мне вообще кто-то древний? У меня есть древняя Мантикора теперь. Блин, я что-то древний даже не хочу. Давайте древнего Додорню глянем. Кицаль, Ансет Мамонт, Райна. Вот, Гориллу давай глянем, посмотрим между ними разницу. А зачем я выбегать собрался? Я же томить все равно не буду. Чё за фигня? А, ёпта. Кстати, да, что-то в последнее время я стал очень сильно промахиваться. Это из-за того, что они вот этот значок, отображать подсказки, они убрали. И вот этот значок, он переместился. В общем, короче, теперь стало неудобно, и я очень часто стал выбросить все жать. Ой, ёпта. А, ну да, это сюда переместился. Да. В общем, короче, чуткая жопа, ну да ладно. Так, мне, получается, нужен один. Вот это и... О, ДНК дали. Отлично. С ДНК. Или... Погоди. Я застрял. Отлично. Так. Чутка фундамент застрял. Придавил у меня чутка. Точнее, одна. Так, давай дальше посмотрим. Ancient Gorilla. Это у нас вот это. Да ладно, не хватило. Что-то я как-то непродуманный взял. Их же надо 200. Ancient Gorilla. Все, хватаем. Посмотрим, в чем у них разница. Как ты меня бесишь. Это не можешь по-нормальному сдвинуться и залезть. Да, здесь потом надо будет везде рампы составлять и так далее. Так что это уже потом. Я буду базу доделывать. И еще, мне, еще раз повторяю, мне не нужно динозавров. Сейчас я дострою базу, и я всех буду... Ага! Это уже босс, и как бы все понятно. Обычный босс, которого нужно убивать, и насчет томления я его не знаю. Даже получится ли его притомить вообще. Вот. Так, у! Отлично. У меня мышка за экран отцепилась. Так, так, так. Ну, такой себе, короче. По-моему, легче всего реально какого-нибудь обычного ансента вызывать и без лишних заморочек. Что-то как-то дроп у них у всех одинаковый был. Я, кстати, у Тошки так и не спросил. Тошка, напиши мне в комментариях. Что за фигня? Почему левел 177? Ну, может, у тебя уже задумаю все-таки спросить в ВКшечке. Ну, я сомневаюсь, я жопа-то ленивая. Вот, поэтому как бы тут такое себе. Так, давайте посмотрим, что у нас. Вот, Гигу, давайте вызовем Гигу. Что-то у нас нужно, полимер, универсальный артефакт есть, металл, Dynaheart это есть, все отлично, это вызовем. Dark Star, для него надо Genetic Soul, это все фигня. Immortal, это, наверное, с тебя под Genetic Soul, да? Так что давай Immortal, вот, Бигфута вызовем сейчас Immortal. Уже давайте раскидаемся, End Boss, я их вызывать не буду, да и у меня Matex Core пока что таких нету. Так что будем вызывать Immortal. Райна, Мамонт, Гига и Бигфут. Так, в итоге ансентов я больше рассматривать не буду. Озе, я Бионик Гигу сейчас гляну. И глянем Иммортала какого-нибудь. Так, погнали уже отсюда. Так, блин. Ненавижу их крылья, потому что невозможно пройти. 2 минуты. Ладно, я подожду.
Кстати, я знаю, что уделять внимание питомцу не обязательно. Также я хотел рассказать о том, что здоровье и еда с помощью бутылей на здоровье и на пополнение голода не срабатывает. То есть на еду я захавал, еда заполнилась, потом убавилась. На здоровье бутыли захавался, но здоровье даже и не прибавилось. Вот такие вот дела. Жрет он у меня, кстати, баранину. Я закинул в нее баранину и... первосортное мясо, баранина было дофига, так что я решил засунуть именно ее. Вот, отлично. Как видите, привязанность плюс 0%, так как у меня привязанность и без того 100%. Вот, ну, как бы я хочу, я это жмякаю, чтобы без заморочек было все. Так, что у нас тут дальше? Что нам, собственно, нужно? Записываем. Дай на блад, дай на хард, слиток металла и... артефакт. Дайна Блад, Дайна Харт. Слиток металла, артефакт. Так, здесь у нас слиток металла, Дайна Харт. Электроника, полимер. Понятно. Попробуем запомнить. Да хорош тут яйцами у нее тут раскидываться. Меня напрягает. Ну что, погнали. В общем, как видите, я все сюда закинул. Здесь у меня для Бионигиги все есть. Для Иммортала у меня все. Чуть ли Виверна не вызвал. Для Иммортала у меня тоже есть. Буду вызывать Бигфута, как вариант, потому что он маленький, я думаю, послабее, чем остальные будут. Вот, поэтому как бы буду вызывать именно его. Также, как вариант, я попробую притомить кого-нибудь, не Мантикор, ну, Додоню, может быть, Додоню, наверное, притомлю, хотя, может, Кицаля, давайте все-таки Кицаля, хотел Кицаля, притомлю Кицаля. Так, ладно, хотя, почему бы тебя сразу сейчас и не притомить, так, Кицаль, давайте, Кицаля притомлю, вот, сразу же, если не ошибаюсь, надо сюда поставить и жмяк, типа, притомил, ну, в смысле, там, покормил, притомил, все хорошо, и давайте посмотрим, что есть внутри, ну, хорош срать на камеру, орк, небо затягивается, тучи сгущаются, и вызывается... Чпоньк! Эй, сущик, да? Не, он, короче, беспредельщик. Хорошо. Беспредельщики, а? А как его, томить, оглушать и томить, что ли? Ну вот, а я надеялся с руки томить. Да пошел ты, короче! Гранты тебе, морда ты. Летучая. Все, нарвался. Нарвался ты, короче. Так. Подобрать. Тихо. Пошел жопа. Твою мать. Вот этот поворот событий дня. Я ненавижу, как он долго встает. Да вот, смотри, не руки, по чешушке, блин. Вот, стой на месте, скотина драная. Я тебя сейчас завалю. Твою мать, я не в тот проход пошел. Ну все, короче, кранты тебе, птичка летучая. Ням-ням-ням-ням-ням, скотина драная. О, подожди-ка, я что там выбил? А, иммортал, господи, сердце, он имморталовский. Текс, теперь надо свои шмотки найти. Вот он я. Ой, нафига ты мне нужен? Отцепись от меня. Вот и все. И хватит с тебя. Отцепись ты от меня, говорю! Труп мне нужный. Так, и вот он я. Хватаемся. Ой, у меня серп есть, оказывается. О, прикольный серп даже есть. Ясно. В общем, короче, томить надо через заглушение, так что ну и в баню. Не хочу. Они мне все тканевые... Не понял. А, о, господи, я думаю, какие... Вроде подбирал дофига, а почему ничего нету? Конечно, у меня все здесь.
Так, ну вот это, короче, мы выкидываем. Да, по сути, это же все выкидывать надо. Нафиг это все, гадость странная. И надо стенку обратно на место поставить. В натуре. Так, посмотрите инвентарь. Давайте вызовем теперь... Озем. Бионик Гига. Так, вот так все забираем. Чпоньк. Чтоб трупики лишние не валялись. Скидываем все к тебе обратно. Посмотрим, пойдет он сразу же агрессией или не пойдет. Ну давай. О, прикольно. Желтенький. Нифига себе, ты да можешь? Вот это ты прям конкретно. Ну-ка, ёпта. Ну-ка, давай-ка, тут мне не беспредель. 1200 левел. Вот это супер. Нихило, да, можем почти десятку слил. Ну, восьмерочку, ладно. Круто, не ожидал. Не ожидал такого сопротивления и такого дерьмового дропа. Отлично. Так, ты там, там говно. Офигеть. Вот реально, вот чего не ожидал, то не ожидал. Так, окей. Что-то я уже очкую с имморталом, если честно. После сие действия я очень сильно очкую воевать с имморталом. Ну да ладно. Чин. Очковать, что ли, сюда пришли? Так, что мне там надо? Я не помню, что мне надо. Что-то металл мне нужен, сердца, кровь. Это точно не надо. Металл. Металл цел. Артефакт! Какого фига? Ну я же брал вроде артефакт. Подожди, для Гиги что же артефакт, что ли, нужен? Да, универсальный артефакт. Господи, я как про это забыл-то мог. Так, годи-ка. Блин, я забыл второй артефакт достать. Вот я лошара. Ну все. Сгонял за артефактом неуязвимости, он самый близкий оказался, заодно там спор чертеж седлобразавра, нафиг не нужен, но все же. Давайте вызывать иммортала. Буду вызывать Бигфута, так как все-таки, я думаю, он самый слабый из них. Всех. О, яйцо! Промочи, яйца вызывают, высирует. Прикольно. Твою мать, эта тупая свинота застряла. Любят они застревать в фундаментах. За это я их ненавижу. Тихо. Не надо кипятиться лишний раз. Кстати, да, как видите, разные лучи и так далее, это просто здоровски. О, он, кстати, не атаковал меня. Пока я не начал его лутозить. Да уж, я нехило огребаюсь, если честно. Да и дамаг проходит очень слабо. А еще нехилый реген. Здорово. Стены ломает! Ёпта! Вот этот поворот! Окей, вот тебя надо вызывать точно в поле. Благо, хоть фундамент мне не разломал, на том хорошо. А вот то, что стену ломает, это фигово. Ну, в смысле, мне их придется восстанавливать. Черт возьми. Так, давай тогда отойдем от стен подальше. Хотя, ладно, какая разница. И так нормально. Осталось, тем более, чуть-чуть. Да хорош ты стены ломать! Пока пламя жар, никуда не двигается. Так что лучше буду пламенем, а то еще что-нибудь полбазы разнесет.
Так, понятно. Для имморталов лучше ничего не строить. Да. Ну, зато теперь знаю, что постройка в топку, короче, постройка. Так, Genetic Soul. Один Genetic Soul. Bigfoot Soul выбил. И один Genetic Soul. Отлично. Так, что у нас здесь выбилось? Что у нас здесь выбилось? Так, во-первых, Eternal Leggings, то есть Eternal броня. Она неломаемая броня, так что вообще просто зачетно. Ну и все, пожалуй. Остальное я посмотрю на видео, я не помню. Так, давайте смотреть, что здесь, какие у него характеристики. 60 тысяч, можно так сказать, 60 миллионов здоровья, это дофига. Можно даже посмотреть родословно его. ID 00. Прикольно. В общем, что я могу сказать по этому поводу? Не сильно было легко вывезено. Надо более раскачанного персонажа животного. И как вариант, это будет Ancient Manticore. Мой следующий раскачанный персонаж, которым, точнее, динозавр, которым я буду всех нагибать. А еще не нужно строить всякие здания и все в таком духе. Так, ну да, здесь по сути только... Да, по сути все то, что я получил, то... Точнее, все то, что я рассказал, то и был... Ах ты ж козлина, все-таки фундамент мне загрыз. Да уж. Это поворот событий дня, я бы так сказал. Ну да ладно, самое главное, потестили, и не слишком большие разрушения я все-таки получил. И на том хорошо. В общем, на этом уже буду с вами прощаться. Потестили что-то, когда, где, убивать их, убивать, не убивать, не знаю, когда буду, потому что... Ну, может, на камеру поснимаю. Пишите в комментариях, убивай на камеру, либо не надо... Короче, просто, если хотите, чтобы я снимал о том, как я убиваю боссов и так далее, так и пишите. Снимай боссов. Вот. И тогда я уже буду знать то, что нас много, те, кто хочет, чтобы я снимал все это на камеру, а не только. Вот они, кстати, штанцы. И full set нужно будет обязательно выбить. Не ломающийся, все здорово, дают брони немало и так далее. Вот такие вот дела. В общем, на этом уже все. Теперь точно уже все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. В общем, делиться моими видео с своими друзьями. Конечно же, всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.